исторический момент. Первое рукопожатие в первом официальном хоккейном матче здесь, на легендарном стадионе «Спартак» в Звенигороде, друзья. Это заслуживает отдельных аплодисментов. Начало возрождению хоккея в Звенигороде положено. На обновленном стадионе состоялся первый матч на льду «Русская классика». Под открытым небом местная команда «Спартак» сразилась с «Армадой». Глава муниципалитета Андрей Иванов, игравший за «Одинцовцев», отметил, что этот турнир призван вернуть легендарные спортивные традиции Звенигорода. Я знаю, что уже появилась любительская команда, и ребята стоят сегодня здесь вместе с нами на этой замечательной ледовой арене. И именно эти ребята пригласили нас в гости, чтобы сыграть русскую классику. Я считаю, что это будет настоящий импульс и такое хорошее начало для возрождения хоккея в Звенигороде. Хоккейные матчи «Русская классика» проводят в Одинцовском округе ежегодно. По данным администрации, они охватывают около 1000 человек. В этот раз в знаковом мероприятии на «Спартаке» приняли участие спортсмены с мировыми именами. Сегодня вместе с нами на лед вышел Алексей Морозов. Российский хоккеист, легенда, звезда НХЛ, звезда сборной России. Также сегодня проведет свои мастер-классы известный российский конькобежец Евгений Серяев. Поболеть за командой пришли несколько сотен жителей и гостей Звенигорода. На трибунах юные фанаты наравне со взрослыми скандировали названия своих фаворитов. Но товарищеский матч завершился со счетом 13-6 в пользу «Армады». Поболеть за хоккеистов, а также весело провести время на спортивный праздник пришли целыми семьями. Для гостей организаторы подготовили полевую кухню с горячими напитками. Юных посетителей развлекали аниматоры и творческие коллективы Одинцовского округа. А в перерывах между периодами каждый мог испытать удачу в лотерее. 2, 3, 4, 426, все. Напомним, что стадион «Спартак» после реконструкции открыли в начале осени прошлого года. И теперь на его территории, помимо многофункциональной хоккейной площадки, расположено футбольное поле с искусственным газоном, теннисный корт, скейт-парк и другие зоны для активного семейного отдыха. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».